Приветствую подписчиков своего канала. Хочу наглядно продемонстрировать, как можно сделать ушко для разбурной чебурашки на данном станке, то, что вчера показывал видео. Значит, отрезали кусочек проволоки. Каждый измеряет, какой ему нужен. Вы его поймете, когда будете делать разные веса, и под каждый вес вы со временем, ну, длину можете уже определить, какая вам нужна. Так, делаем загиб. Нам нужно первое сделать это ушко. Значит, оно округленное, как правило, с одной стороны. Вот так. То есть надо чуть поджать, чтобы оно даже чуть глубже вошло. Все. То есть ушко у нас уже появилось. Так. В разбранной чебурашке есть возможность два разных уха делать. То есть загиб в разные стороны. То есть сейчас мы сделаем с таким загибом. То есть откусили мы. Так, то есть мы сейчас покажу. Так. И сейчас будем делать плоскогубцами загиб. Так. Так, для эстетичности мы откусим. Так. Да, здесь немножко сильно откусил. Угу. Значит, нам будет следующее сделать чуть длиннее, чтобы был усик нижний. Так, сейчас еще раз пытаемся. Так, загиб сделали. Отличный. Снизу делаем надкус. Надкус сделали. Теперь делаем загиб. Ну, это уже так поинтереснее выглядит. Так, теперь мне нужно загиб показать другую сторону. Так, еще раз берем проволоку. Так. Выставляем ее. Загибаем. Так. Так, теперь будем откусывать мы тут. Будем надкус. И делаем загиб. Сейчас, секунду. Вот такой. Так, чтобы оно эстетично выглядело, чуть его подгибаем тут везде. Оно. Ну так. Как-то так. Так, на следующем я видео покажу, как вязать поводок на хищника и карповую петлю, как изготовить на таком станке. Все, до следующего видео. Кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.